Ничего нет. Нужна трава? Возможно. Забористая? Скажем так. Я толкаю ему. Тупанутый чувачок. Круто. Есть унция? Да не вопрос. 300. 300. Отлично. У дистрибьютора цены самые клевые, мать его. Ну да. Ништяк. Короче, он открывает, я такой, спокуха, я сюда не терки пришел тереть, я знаю, что у тебя другой нигер. Чувак! Просто... Че? Дашь мне дурь? Какую дурь? Я дал тебе $300 за траву. Вы раньше видели этого гондона штопанного? Я не видел. Чувак, вали отсюда. Да, ладно, да. Ладно, хорошо. Развелись, разрывали штаны. Пацаны, куда вы все? Я думал, мы тусим. Сборище дебилов. Какого черта, ты спятил? Не боись, брат, у меня есть лицензия на оружие. А? Садись давай, в другом месте купим. Так странно, мы одного возраста, но я всегда восхищался Ефраимом. Когда жизнь била меня, я терпел. А Ефраим нет. Он давал сдачи.